Мы на месте. Мы приветствуем Монику, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. На руки поднимает, показывает. У нее на руках цепи и на ногах вот эти, как-таки на каждый утяжелитель от них цепи. А на голове у нее как кольчуга. Только лицо видно, волосы, плечи, все покрыто. Такая как шапка, кольчуга. Я это понимаю. Она дает разрешение нам на работу или нет? Дает. Хорошо. Сканер. Просканируй сейчас Монику. Сними с нее эту кольчугу, отключи ее вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами. Все это активируется, видишь их четко и ясно. Также убери эти утяжелители вместе с сопутствующими подключками в ее биополе. И как это все выходит, отправляю в клетку-тюрьму. Это кольчуга, это паутина. Да ты что? Вот это арахноид погулял. Все в клетке. Можем сканировать? Ничего не мешает? Да, можем сканировать. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Моники под ногами. 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Моники. Находит все. Выходит арахноид. Арахноид, хорошо. Лизард. Джин. Джин. 22.81. Хорошо. Синий джин. И демон 12. И 12 демон. Понятно. У кого-нибудь есть контракт на пребывание в этом биополе? Нет. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы буду задавать вопросы. Даю команду тонкой копии Моники спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам и всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Арахноид, сколько ты находишься в этом биополе? 13 лет. Лизар, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Год и 2 месяца. Синий джин, сколько ты присутствуешь в этом биополе? 7 месяцев. И демон, сколько ты находишься в этом биополе? 3 года 8 месяцев. Ждем окончания реверса. У нее арахноид, он показывает, как он спускается в нее. Это общественное место, может школа. Большие, да. Такое помещение высокие. Но это было 13 лет назад. И он вырос у ней. Он в ней сам небольшой был. Понятно. Сейчас средних размеров. Что это за кольчуга, которую ты сделал у нее на голове? Как она работала? Это его дом. Я понимаю. Как она ощущала это все? Твое воздействие и твой дом? Что Но это он было? Он очень медленно плел. Первые годы он сидел у нее. Укреплялся в волосах. Потом начал строить... 7 лет назад он строить начал кольчугу эту, плетать. Мысли ограничивал он. Он ограничивал мысли. Какие-нибудь боли были на физическом плане? Чтобы не расширять. То есть она вот вперед смотрела и все по бокам уже не видела. А, ну все, вот этот фактор торможения, можно сказать, чтобы она не продвигалась вперед по ступенькам, а шла именно по той линии, которую она ты начертил. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Моника забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Лизар, где ты сидишь? В сердечной чакре? Да. Как тебя она ощущала? Чувства, всплески, перемена настроения. Хорошего на плохое, с плохого на хорошее, да? Также реакции могли быть негативные. Понятно. Простые вещи. Работа Лизарда. И джин меня интересует. Что твой интерес представило? Покажи мне. Расскажи мне. Джин новенький. Пустое место было. Свободное. Джин занял. И по какой причине? Желания шептал. И какие ты желания ей шептал? Шептал, что исполнить могу. И исполнил? Все в процессе. А, джин. Нет, процесс уже закончен. Если ты находишься в этой комнате диагностики, здесь будут расторгнуты все контракты. Обращаюсь сразу ко всем, кто из вас присутствует в квартире, где живет Моника. На стадии переезда, насколько я поняла. Да, на стадии переезда. Но дело в том, что они еще присутствуют, и там открытые порталы. Я поэтому и спрашиваю. Не хотят отвечать над клеткой те, кто присутствует они в квартире. Они собрали оттуда все, поэтому они на стадии переезда вместе с ней. Вы хотите вместе с ней переехать в новое жилье? Но они в ней присутствуют. Реверс закончился. Мы все забрали. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Арахноид с тебя и начнем. Выходи, вытаскивай свою паутину, чтобы ничего там следов не осталось. Как все снимешь, возвращайся назад, доклады о готовности к проверке. У нее какие-то остаточные укрепители, как он называет, остались. В виде иголок, которые удерживали кольчугу, шея, голова, он достает их. Готово. Лизард, выходи, вытаскивай все свои подключки, возвращайся назад. Она иногда отвечала, не думая, на эмоциях.
Это он показывает, там все снял. Это была его работа. Джин, втягивай в себя всю пыль, все свои подключки, ничего не забывай. Если есть артефакты, тоже. Все забирай, доклады о готовности к проверке. На области рук, а ладони у него пыль втянул. Демон, скажи мне, где находятся лярвы в биополе Моники? Есть таковые? Нету лярв, у нее затемнение в области груди. Грудь, это там у нас лизард сидел, а на голове разве ничего нет? Ноги? Лярв нет. Затемнение, говорю, есть в этих местах? Нет, оно в области груди только показывает, потому что вся эмоциональная тяжесть у нее собиралась в груди. Хочешь получить затемнение это? Да. Выходи сначала, вытаскивай все, что я оставил на своей чистоте. Сапоги мы, вернее, или что там, утяжелитель мы уже убрали. И докладываю на месте, я дам отдельную команду. У него нет больше подключек. Хорошо, тогда забирай это затемнение, возвращайся назад. Готов. Идем дальше. Все-все убрали. Даю команду на рассинхронизацию Моники с арахноидом, лизардом, джином, демоном и их подключками. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация. Заканчивается автоматически. Готово. Включаю Моники внутренний белый свет. Этим светом она выдавливает из себя все негативное патогенное низкооперационное чужеродное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит и формируется перед ней в шар. Вышел шар. Открывая воронку в галактическое ядро, под ним уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаю моей энергии Монике отстегнуть все каналы к интерферентам и подключкам на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, и канал уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо, все прошли проверку. Первый раз я вас отпускаю всех, предупреждая сразу, чтобы в это биополе никогда больше не пытались входить, потому что мы будем его проверять. Если найдем кого-нибудь из вас, мы вас узнаем и будете наказаны очень серьезно. Итак, арахноид, ты готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Лизард, готов уходить? Готово. Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте лизарда. Забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готов. Хорошо, Джин, я тебя сразу предупреждаю, если твоя пыль останется где-то еще в квартире, и я опять при проверке вытащу тебя по этой крупинке твоей пыли, будет неприятный разговор. Если его не хочешь, понял, найди себе... Понял. Хорошо. Джин, все понял. Для демона то же самое должно быть, это понятно. Вы готовы уходить, Джин и демон? Готовы, да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте джина. Забирает, что принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатывая, растворяй. И открывается внизу портал на частоте демона. Забирает, что принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатывая, растворяй. Есть. Под всеми артефактами открываю воронку в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Поехали дальше. Эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Моника, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Волшебно. Она показывает свои энергии, она показывает голову. Мои мысли текут, мои энергетические центры дышат. Ну, возможно, впервые за последние 13 лет, как арахноид залез, и более интенсивно последние 7 лет. Также почти 4 года сидел демон. Джин подключился, и лизард, который все это усиливал, все эти перепады. И все это сейчас со временем, все это пройдет у вас. Заполняйтесь энергиями, поднимайте себе вибрации, контролируйте свое эмоциональное состояние. Никаких криков, никаких всплесков не должно быть у нормальной души, и, соответственно, у вас не будет таких интерферентов, которые на такое и приходят. Хорошо. Мы закончили, сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Моники в ее систему биоробот-душа, заводим, подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга, проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем.